Всем привет, ребят, с вами Лего. Ну что, а мы отправляемся в следующий рейд. А для этого мы сейчас приготовим. Что мы приготовим? А мы пойдем прям вообще в дикую смерть. Так, мы возьмем все ракеты. Мы возьмем все базуки. Мы ведь прям как сильные пацаны, поэтому... Я, кстати, 4 ракеты еще доделал. 4 ракеты. А где остальные ракеты? Эй. А, вот же они, 28, 32. 32 ракеты мы с собой берем. Берем. Далее что мы делаем? Мы берем все шприцы. Шприцы мы берем все. Это будет наш эпичный ласт-выход. Берем обязательно план постройки. Обязательно все патроны. Мы будем просто стрелять ими, как я не знаю, как сумасшедшие. Стараться это делать издалека. Так, ну, вроде как все. Помолимся на дорожку и поставим, ребят, большущий лайк. А мы сейчас двинем отсюда. Помните, за картой я ходил? Я все-таки подумал, почему бы не попробовать взорвать там домик. Бегал возле него, тупил, но не построил дом. Ну, потом решил в зиму побегать, и у меня как бы было такое смутное сомнение, идти в зиму или идти за дом. В зиму я примерно, ну, скажу вам честно, что я немного сикнул, пискнул вот с таким вот этим... Чё, горит здесь? Блядь. Ты давай это не шали, пожалуйста, а. Какие нахрен медведи еще? Я думал, печка горит, а этот медведь-топотун так топал. Вы слышали, как он топал? Я реально подумал, что как будто бы печку топили. Я думал, в доме печку топят, но он сейчас бахнул. Опаньки. И вот там типочек какой-то. Какой-то типочек, и он как-то лаганно что-то встал, что-то сделал. Ладно, бежим. Сначала я, как и в прошлом видео, думал вот про этот дом. Потом дошел еще дальше, но не до той постройки наверх, и еще дошел до центра. Вот центр зимы. В центре зимы очень много интересных домов. Там даже работают эти шахты различные. Но я что-то такой понял, что да нахрен эти шахты нужны? Там народу просто писец. Вот я не знаю, вот в этом спутником, по центру спутник, спутниковая тарелка, даже при 30... людях я встретил очень много людей. То есть мне нужно было бы там как рейдить? Строить где-то кибитку? Кстати, remove home. Remove home 2 я делаю сразу. Сейчас, если я кого-то вижу, сразу... Я еще 7000 с собой фрагментов металла взял. Но я все дерево из дома вытащил. И вытащил... Надо оконными путями как-то ходить. Городами, я не знаю. Но вот здесь справа меня могут шмальнуть, меня могут убить. Поэтому мы пойдем, наверное, чуть левее. Чуть левее вдоль берега, прям вот так вот. То есть вообще с загашенными путями. Блин, даже при 30 онлайн очень тяжело и очень сыкотно рейдить. Какой там нафиг при, я не знаю, при где-то 50 или 100 онлайн. Это нужно реально бегать с командой. Но мы бомжики, мы реально конкретные бомжики, которым подогнали царский подгон. А царский подгон я всячески пытаюсь использовать с умом. Вот просто реально вот за это спасибо и стараюсь. Ну, там почему? Там и моя сера есть, тоже немало. И мой вклад. Так, куда я иду-то? Все правильно вроде. Вроде как. Сейчас здесь аккуратно спускаемся. Влажность это не очень хорошо. Вот здесь вот уже кто-то тоже кого-то зарейдил. Мне показалось, что ли, кто там как будто бы прыгал. Опять кто-то топает. Блин, это дождик, что ли? Сейчас сижу в наушниках других. Ренга называется. Слышно прямо вот реально с левой стороны, с правой стороны. И они, у них вход обычный, там нет у них никакого 7.1 звучания, 5.1 звучания. У них просто штекер 3.5, микрофон и наушники. И есть и переходник, который... микрофон и наушники превращает только в наушники. То есть, чтобы, допустим, слушать в телефоне какую-то музыку. Вот я их одел, они там недорогие. Сколько? 4000, по-моему, стоят. Подогнали на тест. И они мне, в принципе, пока очень понравились. Не давят. Ну, нормально, нормальная тема.
И я решил ими воспользоваться, а не капельками. От капелек как-то какой-то такой зудящий, прям по ушам, прям внутри уха, как будто тебе сверлят звон, вот такой. А здесь такой, одеваешь наушники, какой приятненький. Мы найдем сегодня приятненький голос или будем болтать про наушники, потому что нужно сконцентрироваться посерьезнее, иначе влупят что так, что мама не горюй. Так-с. Идем сейчас аккуратненько. Что еще интересного? Еще интересного, что мне прям в спину дует кондик. И кондик я поставил сейчас на автоматический режим, чтобы он больно сильно не баловался. Пишут, что Лего не онлайн. Это хорошо, это очень хорошо. Смотрим везде. Ну, здесь что, 35 человек. О, блин, курица откуда-то выбежала. И у меня игру крашнуло. Ребята, игру крашнуло, представляете? У меня реально крашнуло игру. У меня сейчас вишит The Game is Crashed. The Game is Crashed, лол. Но я при этом играю. Подожди, а запись идет? У вас такое было когда-нибудь? Реально игра крашнулась. Просто крашнулась. Я сейчас дойду до дома. До этого. Построю кибиточку. И я не знаю, и пойду дальше. Подожди, что встало все? Что все встало? The game is crashed. Не надо мне никакой game is crashed. Вот дом. Дом. Вот сейчас, по-моему, уже точно вылетело. Вылетело? Что, серьезно? Опс, ребята, вылетело. Ну что, я сейчас буду перезаходить и молиться, что лут не пропал. Ну что, ребят, продолжаем. Я не понимаю, с чем связаны эти краши, но у меня иногда они бывают. И самое интересное, когда я сейчас заходил в игру, в самом начале при загрузке написано «Crash Report», и такие-то цифры, там много цифр в длину, и написано, что типа мой Crash Report куда-то там отправили. Я не знаю, у всех ли такая есть байда, но это очень приятно, что фейспанчи стали заниматься, возможно, какой-то вот этой вот такой байдой. Сейчас мы просыпаемся, и я сдох. И нет ракет, да? Нажал левую кнопку мыши, появился курсор загрузки. Интересно, что же ты там грузишь-то, суко? Загрузка уровня карты Хаппис Айленда. Процедурал, все дела. Блин, сколько здесь загрузок? А просто офигеть. Просто офигеть. Ну давай же, впусти меня в этот мир острова Руста. А я не буду все равно бомбить, потому что бомбить в прошлом на тему того, что... О! Меньше... И представляете, я просто упал возле дома с ракетами. Меня просто можно было... Меня просто можно было, я не знаю, зачумить, закадрить, убить. Подожди, это... А, это вот этот дом, который я говорил, что он какой-то нежилой, потому что кто-то, ну, не достроил шкафчики. Нам, по-моему, дальше еще идти, насколько я помню. Я точно помню, что... Вот этот дом, все, нашел. Нет, это не вот этот вот, не вот этот. Дальше дом. Сейчас идем, готовимся, строимся. И все вот это вот, вот этот весь страх божий мы пока оставляем в какой-нибудь из кибиток, чтобы, ну, как бы за один заход не просрать все это дело. Но я взял все, вообще абсолютно все, потому что я хрен его знает, чего ожидать от этого дома. Дом как-то вообще выглядит непросто. У меня есть на него некоторые планы, и думаю, что... Мы посмотрим, правильно ли я это все сделаю или нет. Подождите, или это не он. Я сейчас здесь точно заплутаю и просру все ракеты. Или он. Подождите, это он, да. А тут в чем вся фишка? Тут у него некоторые места не закрыты, как, допустим, вот это. Ну, не знаю. Не знаю. Дом очень широкий. Очень широкий дом. Очень широкий дом. Поэтому... Нужно куда-то еще спрятаться. Куда тут спрятаться? Нужно сначала построить какую-нибудь хренотень. Сейчас мы построим хренотень. И пробежимся вокруг дома. Нужно еще здесь где-то место найти, чтобы шкафы не работали. Было бы вообще все супер и круто. Вот, допустим, здесь. Давай быстрее все это апгрейживаем. Стенки ставим. Быстрее, быстрее. Ставим стеночки. Хорошо. Стеночки в камень. Камня у меня много. Наверное, будем выходить как-то через верхний этаж. Ну как же ты так-то? Вот так. Пол. Пол обязательно.
Ну, чё тут наделал-то? Поставим шкаф. Поставим большой ящик. Шкафчик, пожалуйста. Вот эту штуку, пожалуйста. Далее, что шкаф? Эй, шкафчик. Вот. Шкаф. Все как положено. И будем сейчас думать и гадать, что же тут сделать нам. Здесь так. Здесь мы поставим вот такую байду. Вот это пока все скинем. От греха подальше. Хорошо. Вот это сломаем. Далее что у нас? Далее у нас по плану здесь пол. Здесь дверной проем. Все это в камушек, конечно же, запиливаем. Хорошо. Здесь тоже в камушек. Будем, наверное, выходить через второй этаж. Что у нас здесь осталось? Здесь тоже в камушек. Дверку нужно сейчас замутить. Дверка. Дверка, дверка. Можно было прям целые ворота поставить даже. Ну, нам, я думаю, что хватит и такой. И кодовый замок. Кодовый замок есть. Все. Приготовились. И поехали складировать ресурсы. Не забудем еще прописать Set Home 2. Поехали. Set Home 2. Все. Теперь можно уже идти и больно-то не бояться за дом. Все, здесь вроде все сделал. Сейчас обойдем, посмотрим свой дом. Заход только через верх. Все из камня, все хорошо. Все отлично. Сейчас пойдем смотреть на дом. Так, я не знаю, есть ли в доме... Есть ли в доме у него... Видите, как его? Внутри шкафчики. Но я знаю точно, что вокруг шкафы работают. Вот сюда сейчас подойду. Сработал, да, здесь есть шкаф. И здесь, по-моему, тоже есть шкаф. То есть я думаю, как мне долбенить? Вот наверху люк. Люк. Какие-то просадки. Ну вот это все, значит, в буферке. Скорее всего, вот эта сторона, вот та сторона, потому что, видите, ну как-то не состык... Блин, это лошадь. Смотрю, думаю, кто-то канает. Я тут как в мире рыбалки объясняю, и лошадь такая канает. Вот это я обсиракус сделал полный. Так, что ж мы сделаем-то, что ж мы сделаем? Есть такая фишка, как построиться на крышу. Но откуда это сделать? Везде есть различные шкафы, везде все бьет. Да, сейчас проверим. Везде все бьет. Нам как-то нужно выбрать такое место. А вот это тут почему-то три шкафа. Либо это фейк, либо я хз, что такое? Но мы можем бахнуть вот эту сторону. И я думаю, что у нас, если вот здесь шкаф-то взялся... О, я там фейл. Крышу не сделал. Если здесь шкаф мой поставился, то значит вот эту я убираю, и вот здесь смогу строиться. Вот здесь смогу строиться, туда запрыгну, да? Ну, давай попробуем. Давай попробуем это сделать. Дерево у нас есть. Строительство запрещено. Войти я, конечно, не могу. Я могу войти. Извините, но я вошел. Можно было здесь вот так вот сделать. Так вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то я вообще как опасный строитель. Как просто самый опасный строитель. Быстрее, 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 быстрее. Вот эта дверь. Все отлично. Быстрее надо поставить, быстрее. Блин, паника такая. Все, здесь поставили. Вот это все обратно отдали. Нужно вот здесь вот. Вот этот косяк заделать. Все, косяк заделали. 9000 дерева. Берем... На стенку три штуки, да? И берем три ракеты. Вот таким вот образом. Выходим. И канаем вот сюда. Сейчас мы ставим сюда три штуки. Три штуки. Откуда лучше ставить? Какую лучше разбомбить? Наверное, лучше... Блин, а какой реально лучше разбомбехать? Вот эту? Тут вообще забраться нельзя. Чтобы лучше мне подстроиться. Вот так вот. Базуку я, по-моему... Я все, по-моему, базуки взял или нет?
Ну и я вообще в глуши, по идее, нахожусь. Я не знаю, кто может прийти сюда. Чё у него здесь? У него здесь треугольная штука. Интересно. Треугольную штуку ломаем. А дальше как получится уже. Треугольную штуку сломаем сейчас. И начнем строиться. Уберем, конечно же, базуку домой. И будем стараться строиться до тех пор, пока не сможем достроиться. А потом уже будем все остальное брать. Так, хорошо, здесь всех вычесываем, записываемся и идем обратно в дом. Сейчас пойдем складировать. Складируем базучку. Берем чуть-чуть камня. И закрываемся. Все хорошо. Хорошо. Здесь что мы делаем? Закрываемся. Быстрее закрываемся. Все отлично. Теперь строительство разрешено. Строительство разрешено. Что-то как-то мешается мне. И я что-то не могу построиться. А вот так вот могу. А так вот. Что, неужели получится? Хорошо, здесь получилось. И здесь получилось. Да это, по ходу дела, мой день сегодня будет. И что, здесь зайду, тоже получится? О, подожди, опс. Опс. А здесь у нас могут быть некие проблемы. Но мы как их решим? Мы их решим вот так и вот так вот. Пойдем дальше смотреть, что мы можем сделать. Запрыгнули. Сюда отошли. И отлично. И строиться можно дальше. Поставим сейчас. А можно и даже и сюда приколоться поставить. Но нет, ладно. Не будем мы прикалываться. Сюда поставлю. И пол сюда. Хорошо. А вот там что-то борода какая-то. Сейчас мы будем здесь потеть с вами. Здесь что? Здесь уже работает шкаф какой-то. Вон тот, наверное, работает шкаф. Мы можем с этой стороны. Ага, и здесь тоже борода. Хорошо. Мы тогда вот отсюда как-нибудь это сделаем. Все нормально. Самое главное как-то построиться. А дальше будет видно. Здесь уже у нас что-то не получается, да? Здесь у нас что-то не выходит. Ладно. Будем потеть дальше. Здесь на строительство разрешено, запрещено. Все дела... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что, даже не перепрыгнуть никак ее, что ли? Перепрыгнуть. Но здесь... Я же прямо стою, где шкаф? Опаньки. Здесь борода. Туда откидывает, здесь нормально. Здесь тоже борода. Хм. Хорошо. Давай пойдем дальше. Здесь так. Здесь тоже уже никак, да? Хм. Надо думать. Надо думать и гадать. Туда достану, нет? Че, у меня есть дерево? Есть. Сюда не достается. Хорошо. Хорошо. Давай попробуем сюда, выше. Может быть, выше он мне наоборот скажет, нормально все. Отлично! С прыжка сам себе поставил. Это меня радует. Даже более чем... Опс, а здесь нельзя. Если с прыжка поставил. Хорошо. Хорошо. Или нехорошо. Блин, здесь не ставится. Здесь что у нас? Здесь ставится? Мне надо было... Ну, мы сейчас проверим. Во-первых, получится или нет. Я уже практически на этом уровне. Но, походу, дело не получится. Пол билдинг из блокет. Билдинг из блокет. Где тут? Во. Здесь, естественно, не получается. Треугольную, естественно, тоже не получается. Здесь я и так уже в эпицентре риска. А здесь? И здесь тоже не получается. А, чуть-чуть осталось.
А какая цепляет? Ну, не та же нижняя цепляет. Где-то в доме, что ли? Зачем я упал? Падать не надо было. Так. Чё делаем-то? Чё-то надо делать. Чё-то надо делать с этой пристройкой непонятной. Пол. А чё, сюда не ставится пол? Не ставится, потому что не хочет. Так. Ладно. Делаем лестницу. Сделаем так. Сделаем так. Сделаем так. Может быть, выше как-то... Как-то прокатит? Может быть, выше как-то прокатит. Было бы круто. Дальше что мы делаем? Вот здесь у меня есть такая штука, такая штука, такая штука. Якобы. Здесь могу строиться, здесь уже не могу. Тогда здесь делаю так. Здесь делаю так. И что я там делаю дальше? Дальше я прыгаю. Прыгаю. Подожди, а здесь будет у меня где-то... Во, основание есть. Что вообще происходит, я не понимаю. Такс. Что, неужели получится? Я просто топовый пацан, если получится. Да ладно. Вопрос в том, как я... Мне дерево-то хватит? 6000 еще. Хорошо, ладно, там дальше добьем. Здесь спрыгиваю. Делаю такую штуку. Оу, подожди. Здесь уже все, строительства вообще нету. Мы достигли до этой точки, где нет строительства. Подожди, а дальше... А дальше... Дальше лестницу. Дальше лестницу. Мы можем, наверное, здесь вот здесь... Вот... А, мы и так уже по этой штуке идем. Хорошо, лестницу воткнул. Пол. Лестницу. О! И что тут у нас получилось-то? Ну, по-моему, это долет. По-моему, это долет. Но здесь, конечно, не получится. Можем, конечно, сделать пол. Ага, все, пол уже... Пол все, что ли, приехал? Так, здесь сюда, здесь сюда. Здесь что? Давай, 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 проползи. Во. Здесь хорошо. Пол здесь сюда сделали. Я вот что-то не могу понять, допрыгну ли я или нет. Я вот не знаю, дисконнектом пользоваться, но в крайнем случае я, наверное, воспользуюсь дисконнектом. По-другому никак. Хорошо. Пол. Здесь уже жалко все. Ладно. Идем дальше. Как-то криво, но построился. Какой-то антихак мне говорит. Ну все, здесь уже можно спокойно долететь. Вопрос в том, останутся ли у меня жизни. А, ну что, полетели? Полетели. Одно хп остается. Одно, мать его, хп. И что мы здесь видим? Это вылечимся. Это съедаем. Ну блин, одно хп, я здесь. Каким-то образом я это что-то наделал тут. Каким-то образом настроил. Дальше что? О, пацан какой-то идет. Пацан. Блин, там кто-то дома он грейдит. Он что, не хочет умирать? Все, он, по ходу дела, прилег. Вот и пускай там умирает. Ладно, кто-то начал уже сюда приходить. Это плохо. Это плохо. Кто-то вот там дом уже какой-то строит. Так, 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 чувак, чувак говорит, не стреляй, я пробегу, пожалуйста. Опс. Ну что, перематываемся и идем. Сейчас я проверяю, туда можно залезть наверх или нет. Если нет, то тогда ладно. А этот-то чувак сдох или нет?
Мне нужно сейчас знать конкретно, потому что если мою постройку сломают, то будет... Эй, давай-ка отсюда свали-ка. Блин, ну 1% остается, когда это просто жесть. 1, мать его, процент. У меня есть вот эти штуки, конечно. И если их только зажимать по-жесткому. Так, так. Фу, вот это жопа, вот это жопа. Меня зовут Жопа. Ну что, поехали? Блин, у меня все щекотится. Мне страшно. Запись-то идет, идет. А мы поехали. Это какая-то дичь. Я настроил какую-то дичь, и в которой я сейчас могу просто помереть. Мне нужно еще в эту дичь запрыгнуть. Было бы еще круче, если бы я запрыгнул бы и все это сделал. Я надеюсь, что я здесь спокойно все пропрыгну. Мне деваться некуда. Эй! Вот если вот так вот откинет, то это я труп. Я два раза упаду просто и все. Надо быстрее, надо просто быстрее туда прыгать, не бояться, и все будет нормально. Так. 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 Момент истины. Момент истины. Есть! Есть, ребята! Одно хп. Теперь мы вот это сейчас аккуратненько... Быстрее, 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 быстрее. Вот это вот так. Это так. Я думаю, она мне больше не понадобится. Надеюсь на это, по крайней мере. Мы уходим вовнутрь. Разлетелась постройка. Была постройка, нет постройки. Где у него тут? А, поехали. Здравствуйте. Я иду к вам в домик. Что у меня здесь есть бабишки? Бабишки есть. Пожрать есть, дерево есть, все нормально. Главное, мы дошли. Взорвалось. Делаем проникновение. Ага, хорошо. Это открывается? Конечно же нет. А что, последняя была? Подожди, я все ракеты взял? Надеюсь, что все. Ладно. Пойдем по люкам. 30. Блин, одна ракета. Только взорвись, пожалуйста. Отлично. Надо было побольше бобовых сделать. Две ракеты на один люк как-то неохота тратить. Отлично. И 6. Хорошо, сейчас рванет. Хорошо, одна сишка, одна ракета, идем. Оу, это что такое? А это что у нас за дверь? Что, бахаем в дверку? Только надо как-то аккуратно бахать. Что, в дверку давай. В МВК-то я не буду лупить же. В дверку. Сносим дверку. Базук у меня предостаточно. Что здесь? 360 хп. Поехали дальше. Ух, вы слышали там? Была такая штука. И 139. Куда я упал? Опс. А что, взрывом снесло, что ли? Там ящики. Вы понимаете, ребят, что там ящики... Ой-ой-ой, там, походу, дело лут. Там, походу, дело лут. Здесь что? Блин! Блин! Вот это фейл. Ну что, придется его... Придется его вот такими путями сносить. О, там чуваки лежат какие-то. Так там ящиков-то херово тьма. И сколько лупить? 200, 200, 600. Лучше бы я лупил бы по стене аккуратно бы, и все было бы нормально. Надо сейчас быстро это делать тогда. Как-то вот так вот это надо делать. Потому что сейчас там начнет лут выпадать. Ладно, я ракет много взял. У меня строительство-то запрещено. Хрен пойми, где здесь чё, кто, кого. Шкаф где. Как бы сколько там? 200 осталось? Давай. 38. А вот это печально. Тут что? Ух ты, ё-моё, здесь у него... Здесь можно вообще лохануться-то. По-дикому. Чё здесь? Чё здесь? Вода всякая, шляпа. Семена мне не надо. Водичка. Семена, стрелы. Спасибо, мне не надо это.
Пацаны спят. Они падать-то собираются, нет? Хорошо, пацаны упали. Чё у пацанов было? Ловушки это не надо. Вот это сюда надо. Хорошо, хорошо. Ладно. Другой голый. Этот чистый, мины. Ну как запрыгнуть-то? Ё-моё. Ё-моё. Подожди, а там нет? Подожди, это что такое? Я думал, это лаз наверх, но это нифига не лаз наверх. Обалдеть. Сейчас я еще и вниз упаду. Будет замечательно. Тихо, тихо. Building is blocked, и я не могу. Могу. Enchanted Hammer, building is blocked. А мне и не надо. У меня все нормально, мне главное не свалиться. Мне главное не свалиться. Отлично, вот это починил. Вот еще бы сюда можно было бы построить. Жди, что там? Вот реально еще можно было бы вот сюда треугольник воткнуть. Было бы вообще супер. Но это не моя постройка. Ну что, поехали? Разлетелось все, да? А лут там остался. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Что у нас здесь? Печки, всякая шляпа. Неинтересная. Как же я так упал-то, а? Как лошок какой-то. Вот там еще нужно как-то бить. Здесь 521. Что там дальше-то? Шлем бунтаря. Броня. Но это всякая шляпа. Там всякая броня. Хорошо. А у этой штуки она ломается? Вот лучше их ломать. А вот здесь как? Я не знаю. Может быть, мы просто вот так вот сделаем? 180. 180. И... Тут еще стенки я всякие валю, неинтересные. Но я уже туда наверх не заберусь. Что там, арбалеты, еда всякая, да? Еще что? Да, там всякая еда, чушь. Печь. Печь мне не надо. Короче, слава богу, там не такой сильный лут оказался, как надо было. Дальше что мы делаем? Дальше что мы делаем? Нам нужно пройти в ту комнату, как я понял. Вот в эту комнату нам надо пройти. Как это сделать аккуратным образом, я пока не понял. Как это сделать? Так. Если только так попробовать. Но я чую, меня заденет. Вот это съедим. Давно я не рейдил. Блин, один раз лоханулся и все. И сразу все на смарку. А там пол какой? Там пол металлический. А мне что по ракетам-то? 15 ракет осталось. И там 4 ящика. И причем интересных 4 ящика. Вот эту я сломаю, если ничего не будет. По дверям хлопну, тоже ничего не будет. Ну давай как-то... Главное не упасть. Главное не упасть. Вот как-то вот сюда вот надо лупить. 200, 321. Хорошо. А может и не очень хорошо. Все, одна ракета отлетела. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же мощно мне попало. Сейчас мы закинем геозаряд. Сколько там останется? Так, мясо похаваем. Но я надеюсь, что в тех ящиках что-то будет интересное. Теперь лут весь там. 17 хп. 17 хп. 17 хп. Там еще вон сверху я что-то обламываю. О-о-о, здесь печки. О-о-о, ребята. О-о-о, ребята. Хорошо. Хорошо. Мне бы теперь сломать вот этот пол. И я смогу... Что здесь у нас? У нас здесь печки. Давай сначала печки заберем. Серы все-таки как-никак. Здесь что-то они вообще плавили по-дикому. Сейчас все... О, здесь пусто. Здесь что? Ё-моё, 29 тысяч. 29 тысяч жести.
Ну, сульфура неплохо, на самом деле, 5000. Поехали дальше. Теперь, что у нас здесь? Вот это мы подчиним пока. Потому что падать я не хочу. Честно, вот не хочу падать. От взрывов. Ладно, я камень с собой взял. Все. Теперь мы бахаем вверх. А по печкам мы сможем подняться? Наверное, нет. Ну, хотя бы все сюда упадет. Да? Думаю, да. Туда вниз же по фундаменту не попадается больно-то. А по той стороне попадается, да, 363. Печки ломаем. Печки отлетают. Вот что плохо. Печки отлетают. Хоть одну печку-то оставьте мне, а. Они не чинятся, суко. Печки, печки тоже рип. Печки рип. Хорошо. 230 осталось. Ну-ка, давай. Будем падать, нет? 38. Нормально. Здесь что, 29. Полетело все добро. О-о-о, ракетница. Чувствую я, мы живем с вами. Ботин, это здесь что? А, это шлем бунтаря, ботинки. Одну базуку мы выкинем. Вот это не надо. 7 ракет у меня осталось. Нам нужно ракеты считать на всякий случай. Вот это нам не надо, вот это нам не надо. Вот это нам тоже пока не надо. Поехали смотреть, что есть. Вот это не надо, не надо, не надо. Ракеты не прибавились? Нет, ракеты не прибавились. МВК прибавилось, хорошо. Толстовка с капюшоном. Камня сколько? 25 тысяч. Килт, взрывчатое вещество, 4. Железная маска, металлический нагрудник, ботинки. Железная, железная. Капюшон, железная руда. Помповый. Патрон 5,56. Килт, животный жир. Один. Один животный жир, не смешно. О, здравствуй. О, 11 ракет. 11 ракет, здравствуйте. Я практически ничего и не потратил. Фрагмент чертежей. Геологический металл высокого качества. Уголь. Уголь 28 тысяч, столько пиздец. Сори за бат. Горнорудный карьер. У меня этих горнорудных карьеров уже 2, по-моему, стало. Это не надо, это не надо. Толстовка с капюшоном, железная маска. Ботинки. Сера. 3 серы? Серьезно? Железная руда. 65 тысяч. О-о-о. Хорошо. Патроны разрывные. Хорошо. Пуля. Так, килт, килт, ботинки, картечь. Картечь 109, просто 109. Чем мы можем выкинуть? 7 МВК, они никуда не нужны. Пистолетный патрон, толстовка, железная маска, ботинки, килты. Все проверил вроде. Так, Калашевич и Шмалашевич, это, конечно, хорошо. Здесь закрыто что-то. А то есть туда пойду, там страшно. Что я вообще здесь натворил? Куда мне теперь идти? Как мне выходить-то отсюда? Пойдем понизу, что ли? Я строиться-то не могу, чуть не упал. Так, ну все. Что тут еще? Куда тут еще? Тут вот так вот делаем. И мы сейчас аккуратненько, я надеюсь, спустимся. Самое главное, что... О, дерево. Дерево 2000, правда. Ну ладно. А что, они не всандалило? 7 осталось. 2 надо, получается. Здесь по бинтам у меня все нормально. Железо, сера. Пук. Сколько? Еще один пук. А у нас есть же разрывные. Во. Разрывные сработали. Блин, жалко, конечно, все это. Ну как жалко? Мне оружие это не надо. С оружиями все нормально у меня. А вот то, что серы. Опять ракеты взял. Опять на какой-то дом. Это меня больше радует. Спальники. Дальше там куда? Дальше там что-то непонятно куда. Но надеюсь куда-то туда. Так. Хорошо, упали. Здесь мясо кто-то жарил. Уголь, давайте я вас заберу. Мне уголь нужен. Писец как. 33 тысячи угля, пацаны. Ну вы даете. Ну вы даете. Мы сейчас тут к вам как-нибудь пройдем, ладно? Как-нибудь.
Подожди, здесь камень, здесь как стрелять-то? А это МВК-дверь. А это не МВК-дверь. Я хотел бы как-то к вам пройти. Такс. Такс. Будем как-то лупить тогда. Выходить из положения. А, ну вот эту я допилю калашом, если что. Разрывными. Не зря же у меня есть разрыв... О, не надо ничего запиливать разрывными. Здесь у нас все хорошо. О-о-о. Пампушку. Пампушку. Здесь что у нас? Здесь у нас еще ящики. Что я могу сделать-то? Я могу сделать вот такую вот кирку и просто не обламываться и рубить. Сколько, по 15? Ну ладно, мы люди не гордые, я надеюсь, они не придут. И у меня останется еще 14... Ну нет, у меня не останется ракет, но я смогу еще сделать. Просто серый нужно будет подрубить. Больше здесь мне ничего не надо. Остальное все нормально. Ух ты, как хорошо-то у нас тут все получилось. Отлично. 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 Так, о, там в чате что-то происходит. Какие-то битвы чата. Че у нас тут? Это типа фейки, что ли? Это типа фейки? Или что? Типа на кодовых замках, но на самом деле ничего нету. Ну, пацаны, конечно, вообще дали. Взяли все и в МВК закатали у себя в луте. А я упал. Блин, чуть не просрал вообще фишку. Чуть не просрал. Мне нужно было как-то в другой бок, что ли, вставать. Чтобы было все чуть получше. Чтобы я мог просто взорвать двери, зайти. А я в итоге такую чушь замутил. Ну ладно, вышел из положения, но ракет потратил на это чуть-чуть побольше. Че, фейк? Шкаф с инструментами? Шкаф с инструментами? Да вы просто, блин, вы просто мега-батьки. Так. Еще одну психанул, одну ракету стрельнул в этот шкаф такой. Я у них, по идее, все нашел. Че, все то, что мог. Давай, добиваем эти шкафы. И как-то вываливать надо. Зачем я Томпсон взял? Там было столько всякой всячины интересной. А я Томпсон подлутал. Ну ладно. Вот это можно было выкинуть. Ну там оружие. Они мне не нужны. У меня оружие нормально. По оружию я не парюсь. Мне главное ракеты. И вот ракет, то, что у них 11 было. Это, конечно, да. Че здесь? Куда бьем-то? Бьем, наверное, сюда. Как выйти-то теперь? Подожди, а Home-1 работает, нет? Home-1. Вы не можете отправить запрос. Бла-бла-бла. А я теперь все их ракеты сейчас буду тратить на то, чтобы выбраться из дома, наверное. Ух ты, тут все разлетается-то. А сколько у меня патронов? 107? 107 патриков. О, это уже ворота, что ли? Вы что, уже пришли? Ну-ка. Давай чисто по двери. Чисто по двери лупим. Хорошо. 360, а если так? Так что-то не очень. А если вот так? Воу! Осталось еще помереть от этой штуки. Тихо-тихо-тихо-тихо. 298. И 77. Остальное я добью, наверное... 10 ракет-то хоть надо оставить? Да, 10... 9 ракет, да? Ну-ка, гореть будешь? 36, нормально. Давай. Сколько? 7. Давай. Отлично. Я что, выбрался? Я выбрался. Вот это да, я выбрался быстрее, быстрее в кибитку. Быстрее в кибитку. И все плавить, просто все плавить в нашей жесткой плавильне. И улетываем отсюда. Что у нас здесь, камень есть? Камни опять хреново туча. Железо опять хреново туча. Может быть, дом из железа запилить? И прописываем Home-1. Так, Home-1 есть? Нету. Remove Home-2. Все, нам не нужно здесь. Нам здесь не нужно. Вот так вот. Сейчас главное не шуметь, чтобы нас вертолет не заметил. 3 минуты я не могу ничего сделать. Но по идее что? Я уж по-любому здесь выживу. Я по-любому пойду ставить печки. Печку на серу.
угля мне не надо, мне сейчас серу нужно подобывать. МВК. Нет, я ее выменяю просто, наверное, на что-нибудь. Давайте напишем в чате. Меняю серу. Точнее, меняю рецепт ворот калаша. Рецепт ворот калаша каменной стены на серу. Во! Во! Сейчас будет нормально, надеюсь. Затрейдимся. Ну, трейдиться надо. У меня столько всякой интересной штуки, а мне нужно серу. Продам любой рецепт по дешевке, куплю серу. Блин, а я не один такой. Я не один такой умный. Что у нас еще? 60, 70, 80, 87 тысяч. 8 ракет осталось, 9 ракет, да? Нам сколько до 30-ки-то еще надо ракет? Ну, дофига, дофига, дофига. Ну что, ребят, ставим большие пальцы вверх за офигенный соло Руидецкий. Наконец-таки что-то стало окупаться. Каких-то пацанов мы даже завалили, пока они спали. А что ж поделать, жизнь такая. С вами был Лего. Не забывайте ставить лайки. Всем пока-пока.